что сорт Аурея, Аурия, является неприхотливым привлекательным растением, украшающим любой сад независимо от погодных условий. Он относится к многолетним кустарникам. Цветки воронковидные фиолетового цвета. Цветоносы достигают 50 см в высоту. Само соцветие компактное. Кустарник лучше размещать в плодородном грунте с добавлением перегноя и достаточным уровнем увлажненности. Он совсем не прихотлив, может хорошо развиваться в тени, быстро разрастается. Рекомендуется подкармливать Аурея азотными удобрениями хотя бы один раз в две недели. Для этого сорта важен достаточный полив, поэтому в засушливые периоды потребуется поливать растения больше. Вода при этом не должна попадать на листву. Кустарник хорошо подойдет для покрытия большой по площади затененной территории, а также часто применяется в цветниках или бордюрах. Хоста форчуна Аурея – это травянистый высотой 50-60 см. Цветет растение в месяц июль-август. Весной листва по цвету салатовая, летом листва салатовая, осенью листва салатовая. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.